Здравствуйте. Управление Роспотребнадзора. Соблюдение. Нет, у нас все в масках, все хорошо. Все в масках, да, все соблюдают. Да. Вчера проверяли рынки, сегодня ревизия в транспорте. Подобный рейд не первый, но нарушители еще встречаются, как среди пассажиров, так и среди перевозчиков. Одни маску забыли, другие носят неправильно, чем привлекает внимание Роспотребнадзора. А сами почему масочки носите так? Следите, потому что это тоже нарушение. Пассажироперевозчиков проверяют не только на предмет наличия масок, но и дезинфицирующих средств. Комиссия оценивает также, как часто и насколько качественно обрабатывают салоны автобуса или трамвая, поручни, сиденья, место кондуктора. В ходе сегодняшнего рейда выявлено одно нарушение. Будет выписано предписание на извозчика с последующей проверкой. Нарушителю предстоит исправиться в течение 5 дней, иначе ждет весьма внушительный штраф от 50 до 500 тысяч рублей. Впрочем, сознательных пассажироперевозчиков, отмечают проверяющие, становится все больше. Так, за последнюю неделю комиссия выявила всего 2 нарушения масочного режима. Никита Ермаков, Александр Андропов. День с толком.